Кабатон, ну, скажите, пожалуйста, вот если оценивать эти 4 дня, насколько они, на ваш взгляд, удачные или неудачные? Что удалось, что не удалось? Вы знаете, удалось то, что мы показали, что есть люди, которые готовы стоять до конца, отстаивать правду, бороться до конца. Мы добились того, что несколько раз все-таки прорвались как бы в прямом эфире и в прямом вещании принимали участие. Мы добились того, что все мировое сообщество услышало наш голос и узнало, что за мнимым как бы лицом демократа Саакашвили кроется реально необольшевик, который пользуется хорошими демократическими словами, но на самом деле делает все для того, чтобы в стране царил страх, и люди были ввергнуты в такой страх, где говорить о конституционных правах или правах человека вообще не приходится. Это страна, где царит диктатура. Это примерно так же, как было в прошлом Советском Союзе. Когда если ты не трогал режим, если ты подчинялся, то тебя никто не трогал. Ты мог спокойно жить, идти в ресторан, пойти в кино, работать. Но если ты вдруг или по случайности, или как бы сознательно говорил, что что-то не так в этой стране, что-то не нравится, что-то неправильно, то ты сразу же становился или ненормальным, сумасшедшим, которого упрятывали за психушку, или становился агентом мирового империализма. Я слова «мировой империализм» заменены словами «агентом Кремля». Ну что ж, времена меняются, но многое остается тем. Скажите, вот до 31 мая дали... Если вы меня не отпустите, я не смогу... Полминуты буквально. 31 мая объявлен сроком ультиматума оппозиционной восьмеркой, умеренной. И потом оппозиционная восьмерка – это не оппозиция. Потому что люди, которые при том, что случилось хотя бы за эти 7-6 дней до 21 числа и с 21 по сегодняшний день, если эти люди все равно думают, что в этой стране возможны справедливые и свободные выборы, или они не политики, и, извините, неадекватны, или они просто играют в игру Саакашвили. В стране, где царит хаос и диктатура, хаос в правовом смысле, где царит террор и где царит ложь, не может быть свободных и справедливых выборов. Спасибо.